эпидситуации за неделю, за выходные дни, вернее, ситуация изменилась в положительную сторону. Если мы говорили в начале недели, что в инфекционной больнице было 107 человек с гриппом, из них 85 детей, то в середине недели эта цифра была уже 102 человека и 84 ребенка. На сегодня, на 9 утра, в инфекционной больнице находится 94 пациента, из них 81 ребенок. За сутки поступило 30 человек, из них 19 детей. Нельзя говорить еще о том, что ситуация кардинально изменилась и заболеваемость резко снизилась, но мы уже видим тенденцию к снижению заболеваемости, и в частности, среди детей. Это связано с тем, что 27 января, вы все знаете, решением городской ТБЧС было принято решение о прекращении занятий в школах. Дети разобщены, естественно, это ожидаемый результат снижения заболеваемости. За прошлую неделю, я уже говорила и повторюсь, случаев, подтвержденных заражением коронавирусом на территории города, вирусологически не зарегистрировано. Все стационары города работают в эпидрежиме ограничения посещений, усиленном санэпидрежиме. Введен масочный режим с 28 декабря, и он продолжается сейчас работать. Прекращены посещения в лечебных учреждениях. Мы своим приказом, который подготовлен и будет направлен сегодня в лечебные учреждения, прекращаем госпитализацию больных плановую. Это связано с тем, что мы сейчас максимально направлены, лечебные учреждения работают максимально в режиме оказания помощи ургентно.